Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я подвожу итоги конкурса, который проходил на моем канале с 7 по 18 декабря. Подводить мы будем его с помощью вот этого ноутбука, который имеет красный цвет. Сразу скажу, что это ноутбук моей супруги, а то в прошлом году некоторые товарищи как-то очень живо реагировали на цвет этого компьютера, но мне, в принципе, если честно, все равно какого цвета. Главное, что он очень мощный, хорошо работает, у него прекрасный экран, и на нем я монтирую все свои видео. Ладно, с этим закончили. Прежде чем начнем, я хочу вот еще о чем сказать. Конечно же, хочу сказать спасибо всем тем, кто принял участие в конкурсе и говорил мне теплые слова, слова поддержки, пожелания в комментариях под видео. Большое, ребята, вам спасибо, стараюсь для вас и, надеюсь, в дальше не разочарую. Ну что, переходим к делу. Напомню, что мы разыгрываем три воблера. Это, прошу прощения, Moonstruck от компании Golden Min в 135 размере, Megabass Life X. Ну и, конечно же, всеми любимый соточка Болисонг от Депса. Вот три таких воблера мы сегодня выберем. Напомню, как мы выбираем. Я сейчас возьму ссылку из этого видео, загружу ее в специальную программу Randomizer, и случайным образом программа будет выбирать комментарии. Собственно, чей комментарий она выберет, тот и станет победителем. Таких победителей у нас будет трое. Естественно, победителем воблеры я вышлю за свой счет, по тому адресу, по которому они живут. И тем людям, которые выиграют, что нужно сделать? Им нужно будет связаться со мной через те аккаунты, в которых они оставляли ссылки. То есть, если вы оставляли через какую-то социальную сеть, пишите, я есть в Фейсбуке, я есть в Одноклассниках, я есть в ВКонтакте. Если уже у вас какая-то была другая социальная сеть, например, был человек из моего мира, меня там нету, то тогда вы должны со мной связаться именно через тот аккаунт на YouTube, через который вы голосовали. То есть, чтобы я идентифицировал, чтобы не было никаких мошеннических схем. Жду ответа от победителя. Ну, давайте скажем, до конца праздников, да, там до 12 января. Если до 12 января человек не появился, я провожу еще конкурс раз и передаю этот воблер кому-то другому. Все у меня сохранится. Вот, наверное, все главное я сказал. Давайте не будем тянуть кота за хвост. Я запускаю запись экрана. Пишу я одним планом, как вы видите, то есть никакого монтажа, все очень честно. Пишу вот в детской комнате, потому что, сами понимаете, сегодня, вот, кстати, давайте я вам покажу календарь, что сегодня 18 декабря, 18 часов вечера. Трудно в воскресенье найти свободное место в квартире. Вот, собственно, выгнал сына на диван, а сам сижу в его комнате и записываю. Так, что тут, бандикам нам что-то такое сказал, непонятное. Ну, вроде все нормально. Так, записываем. Ну что же, располагаемся поудобнее, копируем ссылочку, открываем рандомайзер, вот эта программка, вставляем, она анализирует, так, проанализировала. Итак, 356 просмотров, 3500, прошу прощения, господи, 3506 просмотров, да, 3506 просмотров, 403 комментария и 424 лайка, 424 лайка. Все верно, все соответствует. Сразу скажу, что я поудалял все комментарии, которые не относились к делу. Я их всех принял, спасибо большое. Но чтобы программа корректно выбирала из количества присутствующих, я оставил только комментарии, в которых люди оставляли ссылки. Все дополнительные диалоги, разговоры я удалил, чтобы не было никаких, чтобы не вводить заблуждение рандомайзер. Ну что, все готово. И нажимаем кнопку «Мне повезет» и выбираем первого победителя. Программа анализирует, 49%, 74%, бац, ха-ха, Баринов Виктор у нас получает вот такой прекрасный воблер. Я забыл сказать, что я разложил их по тому, как мы их будем разыгрывать. И это Golden Min от компании Moonstruck. Баринов Виктор я, кстати, знаю, он часто чинил мне компьютеры. Что же, Витя, поздравляю, жду тебя, чтобы ты забрал свой воблер, может быть, заодно и починил очередной мой ноутбук. Следующий воблер у нас будет Life X от Megabass. Давайте крутим, кто же будет на следующий победитель. Опа, какой-то Boeck 64. Давайте посмотрим, что это у нас за товарищ. Василий Матвеев из Москвы. Вот, пожалуйста, ваш Megabass Life X ждет вас. Связывайтесь со мной ВКонтакте. Будем вручать призы. Ну и последний, сотый Болисонг. Кстати, хочу сказать, что я говорил в начале, что
человек, который выберет на сотый болисонг, в их версии может выбрать. Или он возьмет F-ку, или я ему в своей коробке дам воблер SP-шку. В общем, тут, как говорится, на выбор. Ну что же, давайте посмотрим, кто у нас этот счастливчик. Обновляем. И обзор посылок из Китая. Так называется этот канал. Ну давайте зайдем к нему. Андрей Туз. Оп, Андрей Туз. Все на месте. Откуда у нас Андрей? Ну непонятно. Ну ладно. Свяжется и получит свой приз. Все, друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Сделал я все максимально честно и открыто. Что хочу сказать. Встретимся обязательно через год. То есть уже это второй такой розыгрыш на моем канале проходит второй раз. Обязательно в преддверии следующего Нового года мы еще раз обязательно что-нибудь разыграем. Ну и также число моих подписчиков подбирается к 10 тысячам. И десяточку, конечно, мы с вами тоже обязательно обмоем. Еще раз огромное спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Следите за обновлением. Подписывайтесь. Всем пока.